Приятного аппетита. Это все ваше произведение, да? Это муж мой делает. Угу. А вот эти трещинки, это за счет чего они так получаются? Такая глазурь. Как? Глазурь такая. А, глазурь? Какая красота, красота. Это живой процесс, все в динамике. Чарное дело. А вы сами откуда будете? С каких краев? А? В Киеве живу. Как? В Киеве живу. А, в Киеве? А, я бы что-то Дивеево что-то услышал. Киев. Я понял. А есть контактный телефон, если так обратиться по поводу вашего гончарства, мастерства? Ну, вон, можете номер записать. Там на столе оторвался. Угу. Вдохновение тебе. Всем вдохновение. Можно слепить собственное божество, слепить собственный амулет, а можно даже и вывязать. Видите, вот вязаные работы, дедики. Вот какие-то разнообразие творческих личностей. Вот, самая лучшая женщина — это плетущая женщина, спокойная, умиротворенная, интриги не плетет, плетет красоту. А как ваше имя, как? Аня. Анечка, видите, она плетет прямо все, какая красавица, милая, спокойная. Это самая лучшая медитация для женщин. Видите, как она улыбается, роскошно, так щедро. Видите, испытывать прямо блаженство. А может, есть какой-то контактный телефон на камеру? Так, вдруг кто-то привлечется вашей улыбкой? Я думаю, скидочку могу дать, а так... Что-что? Поговорим, скидочку. Небольшую скидочку, да? Ну давайте, с визиточкой. Да, будет прямо скидка. Вот, поэтому... Навязала. Вот, представляете, что можно навязать. Это тоже можно какие-то колдовские вещи навязать можно, да? На любовь, на удачу, там, на исцеление. И видите, сколько всего интересного. Так вы можете ее легко вдохновить, она пойдет сразу на контакт. Вот вам, пожалуйста, в электронном виде. Это прямо выведет на сайт, вот это, или куда? Или у вас приложение? Инстаграм. А, Инстаграм. Да. Ну, вот. Так, я не вижу контактный телефон, ну, 093-869-2760. Навязала, ну, в общем, наколдовала, короче. Класс. Спасибо вам большое.